Всем привет! С вами снова N Академия, Игорь Соловьев, и сегодня мы выучим такое движение, как Corkscrew. С английского это переводится как штопор. Сегодня мы будем учиться резко уходить вниз и штопором подниматься наверх. Для начала мы ставим одну ногу вперед, вторую ногу мы прижимаем максимально плотно к своей коленке, выставляем руку вперед и опускаемся на носочек опорной ноги. И дальше делаем небольшое отжимание опорной рукой и штопором поднимаемся наверх. Еще раз, чуть-чуть медленнее. Мы прижимаем ногу, во время движения не убираем ногу в сторону, иначе мы ударимся вот этой коленкой. Прижали ногу, выставили руку, опустились четко на носочек. Толкнулись рукой, поднялись штопором наверх. Движение Corkscrew. Сейчас мы попробуем сделать это движение вместе с музыкой. Это было движение под названием Corkscrew. N Академия, Игорь Соловьев. Подписывайтесь на наш канал и ждите новых выпусков.